тому варианту развития событий, когда ты куда-то идешь, кого-то убиваешь. Я вынужден вас прервать и нашу аналитику, потому что у нас на связи специально наш гость, корреспондент, засланный казачок, агент Виталий Вилат-Волочай. Виталь, привет, я выгнал Диму, поэтому не удивляйся. Как ты там? Да, доброй ночи. Нормально, нормально, меня тоже выгнали с комментаторского места. А что так? Игроки команды VG Gaming J, они очень захотели покомментировать Optic, изгнали нас, поэтому эту карту я не комментировал. На следующую врываюсь с вот этим прекрасным персонажем. Ну, похоже, что они удовлетворены просмотром первой карты. Ну, они кайфовали, да. Ну, на самом деле, блин, ну не отдавайте по ингейминг Пангольера, и все будет у вас хорошо. Или Пайката на другого героя посадите. Тоже. Или Пайката посадите на другого героя, да. Это, в общем, тоже можно обсуждать. После игры вышел из своей комнатки PPD, был он очень расстроен, скажем так, потому что они потеряли, наверное, все шансы уже на топ-2. Да. И теперь, наверное, а Пейн их приобрели... Пейн приобрели, да, Пейн реально могут выиграть, и если там что-то там Оптик потом... Если ЕГЭ не выиграют у Оптик, то Пейны будут в винерах. Но, в принципе, на самом деле, что этот групповой этап, плей-офф, все будет ясно, тут нечего расстраиваться. Ну да. Но, знаешь, вот много кто тут это обсуждал, что команды, в принципе, не против из лузеров начинать. Не палят страты. Тупо больше матчей сыграешь. Да. Суть турнира, чтобы сыграть больше матчей. Или меньше. Или меньше, да. Виталий, расскажи нам, пожалуйста, ты там мне приоткрыл в нашем диалоге вне эфира. А может, Резолюшн нам что-то расскажет? Здорово. Он играет сейчас. Какой нажми серьезный. Ему ребут, скажи, что случилось. Он очень серьезно играет тут против с Юниверсом в команде. У него Пабло, он на Фантом Лансере прям жарит. Не может бедный что, он вырвался? У него же лустрик там был. Он уже говорил, да, он говорил, что уже в топ-100 попал обратно. Старается. Рома, ты уже в топ-100? Да, вернулся уже. Ай, довольное лицо какое. Это потому, что рядом с ним нет дебафика. Виталий, расскажи нам об активностях. Ты сегодня говорил, что вы что-то там интересное подснимали, хотя бы приоткрой занавес, чем вы занимались. И как вам вчерашний день с хвостом? Я имею в виду, мы вчерашний день, ну, хвоста это был первый день. Ну да. Хвост под вечер немного устал, просто потому что он в 2 часа ночи только прилетел, и на следующий день когда он работал сразу 6 карт, он его сломил джетлаг где-то, там еще была 70-минутная игра, поэтому Саня под конец очень сильно подустал, на последнюю карту мы его подменил, его блиц. А мы тоже подменились на последнюю карту, а она оказалась 15 минут. Да, последняя была веселая, прям самая веселая, было что посмотреть. Ну, нормально. Сегодня вот мы комментируем уже с хвостом вместе следующую серию у Optic Gaming против ЕГЭ. Должно быть интересно. 2 минуты. Right? 2 minutes. Да, у меня 2 минуты есть до того, потому что я уже комментирую следующую игру. Поэтому я буду спускаться понемножечку вниз и рассказывать. А сегодня мы просто подснимали... Слезень столько не покатись. Что-что, не покачусь, не переживай. Сегодня мы подснимали для нашего будущего трипа с хвостом, подснимали немножечко видосики, чтобы было попроще потом, чтобы не занимать время. Да, мы сейчас идем. Но мы уже Каспера морально готовим. Привет, Саша. Приветик. Губошлепик. Тебе Вова передает, что ты губошлепик. Губошлепище. Он губошлепище. Да, мы с хвостом идем игру комментировать. Мы не должны были ее комментировать. Мы думали, что нас выгнали на всю серию. Оказывается, нас выгнали только на одну карту, поэтому включение долгого не получится. Не страшно. Работа есть работа. Да, нормально. Могу вам показать, чем сегодня кормят здесь. Это давай. Ужасная американская еда. Смотрите, вот так вот. Там была какая-то очень красивая девушка, которая кейтерингом занималась до этого. Молодая, чья-то помощница. Она есть там или нет? Ты видел? Есть здесь, да. Но кормят здесь чисто американской едой, такой, с которой, ну, ты понимаешь, что прям вот с ума сойти можно. Потому что очень-очень много жирных крылышек. И остро, да? Остро, крылышки и больше ничего. Бургеры, еще там что-то. Но кормят здесь только мужиков, поэтому Вилат не ест. Найс! А вы подготовились. Да, у нас есть утка, это очень хорошо. Подожди, нас фоткают тут. Ой,
Сейчас мы любую трансляцию из-за того, что вы там в доме в одном бесконечно находитесь, никогда некогда, что ли, сфоткаться. Я не знаю, у нас 35 секунд до эфира, нас тут фоткают вот наши крукастеры. Ты понимаешь, ты с одного эфира в другой переходишь, ты прям вообще не выпадаешь. О, здорово! Здорово, Пиксель, привет. PGG sends his regards. Да, ребят, все, хорошего вам матча, у нас 22 секунды до эфира. Да вам тоже хорошего, не скучайте, все, до новых связей, пока, спасибо.